на Юмор ФМ. Ну да, все, нет больше желания и времени томить вас, друзья. Наталья Краснова у нас сегодня в гостях. Наташ, привет тебе большое. Мы рады тебя видеть. Привет, Наташ. Привет. А, значит, что на что удалось отыскать сразу по первому запросу Наталья Краснова в интернете? Значит, стендап-комик, сценарист, автор и ТВ и радиопрограмм, бывшая участница КВН, мегапопулярный блогер с аудиторией, многомиллионной аудиторией, писательница и так далее и тому подобное. В общем, регалий и занятий у тебя, Наташ, как мы поняли, много. Я сама в шоке. 1,7 миллиона женщин на тебя подписано, да, получается? Ну, у меня большинство, да, моих подписчиков — это женщины. 85% лет? А, правда. 85 лет где-то примерно. Каждый. Ну да. А, Наташа, ты сама кем себя ощущаешь больше? Кто ты в первую очередь? Слушайте, ну я человек, который пишет. То есть пишет все, начиная со стендапов и заканчивая книгами. Ну, надеюсь, не заканчивая, прям заканчивая, но продолжая книгами. Все, я пишу. Звучит нормально. В таком случае писательница у нас сегодня в гостях. Не писательница. Как называется? У тебя же есть бестселлер. Первый бестселлер, бывшие. Все бестселлеры свои, скажи. Бывшие. Да. Черно-белая книга, где 100 вопросов, 100 ответов. Потом идет у меня развод, потом идет принцесса на всю голову и неверность. Это все бестселлеры. Они пока... Про неверность мне данных не приходило, а по остальным книгам, да, они стали бестселлерами. Слушай, ну вообще круто. Ну это круто, это действительно круто. Ты, получается, писатель современности достаточно крутой. Ну, Шантарам это не время ты? Покажет. Нет. Так, кстати, не только о книгах пришла Наташа нам сегодня рассказать. Прежде чем перейдем непосредственно к цели визита сегодняшнего, должны спросить тебе, задать вопрос по теме сегодняшнего эфира. Говорим мы вот о чем. Если бы у тебя был клон, какие обязанности ты с удовольствием переложила бы на него? Все обязанности я бы спала просто и ела. Я люблю спать и есть, как выяснилось. Это мое хобби. Спать и есть. Так, ну, отлично. Все, принимается твой ответ, твой вариант. Поговорим мы о шоу «Злые языки», которое выходит у нас где? А ну-ка, я ничего не знаю. Давай, кстати, что у Наташи спросим, что это за вообще шоу, концепция и так далее. Короче, это шоу, где сидят 4 ведущих. Соответственно, одна из ведущих ты. Я, Виктория Боня. Так. О, ну, наверное, очень интересно, да. А что, кто еще? Виктория Боня — интересная женщина, не надо рассказывать. В какой-то момент она забыла, что... Об интересных женщинах никогда не говорят, что они интересны. Так, ну... Что ведущих 4, и она в какой-то момент начала передачу «Добро пожаловать на мое шоу». Опа. Вот, то есть, вот, ну, она, да, вот такой человечек. Тебе приятно, ну, это классно. Было? Да, блин, это весело. Она веселая. Хорошо, ты и Боня. Я Боня. А дальше уже не важно, люди еще какие-то. Как будто вип-кабина в караоке. Так, ну, по-моему, там есть человек с ником Ган-13. Ган-13, да, это Андрей Борисов. И Давид? Нет, а мы заменили ведущего в новом шоу. А, ну, кстати, вот... В новом сезоне уже новый ведущий. А ты не можешь сказать, кто? Могу, но это с другого радио. А вдруг вы сейчас распадетесь себе прям на ведро пискарей и личную воду? Окей, ладно, давай, пока. Ладно, ведет Рита Митрофанова и ведет. И ведет, да, себя. В чем концепция данного шоу? Чем вы там занимаетесь? А мы обсуждаем новости. Обсуждаем зарубежные новости, обсуждаем новости нашего шоу-бизнеса. В какой-то момент переключаемся на какую-то ключевую фигуру нашего шоу-бизнеса. И он к вам приходит. Да, но чтобы не за глаза человека унижать, мы приглашаем его в студию. А сидите за столом, там чая нет? Чай нет, и все. И слева должен Цикало где-то, нет? Цикало, все они, все. Мартиросян, они все под столом сидят и подсказывают. Все понятно, значит, по сути, вы песочите хорошенечко приглашенного гостя. Подожди, бывает наоборот, приходит человек, ну вот я могу же раскрыть имя? Да, конечно, наверное. И фамилию нашей великой балерины. Приходила Волочкова, у меня было к ней предвзятое отношение. Я думаю, ну там все, просто невозможно разговаривать. А человек раскрылся, не врал, рассказывал все честно. И прям с ней так хорошо было. По-другому начинаешь относиться к человеку. Раскрывается человек. То есть вы, по сути, берете какую-то желтую прессу, желтые новости. Вся, да, в основном, вся прям, вообще вся подноготная. Прям отвратительные новости. Мне иногда прям противно это читать про человека, который рядом сидит. А человек иногда, ну, улыбается, говорит, ну, бывает такое, пишут. Ну, а что, я не реагирую уже на это. Вот, Наташа, интересно, самый, скажем так, остро реагирующий на вопросы, и точнее, на слухи о себе гость, кто это? Это, я могу ее назвать? Некая ведущая с шоу «Давай поженимся». Так. Некая? Некая. На букву «Г» у нее фамилия начинается. Василиса?
Василиса Г, да. Назовем ее так. Не, ну прогнозы мне не очень. Просто здороваешься с человеком, а человек вот так поворачивает к тебе свое лицо и говорит, типа, девочка моя! Я думаю, ну я на 2 года всего младше. Я не твоя. Какая тебе девочка? Так, окей, а самый приятный гость, с кем было вообще легко сразу? С Митей Фоминым. О, Митя Фомин у нас был недавно в гостях. Я кайфовый. Подтверждаю, он действительно классный гость. Он классный, воздушный, как и все. Как и все воздушные гости. Классный, воздушный, как и творчество Мити Фомина. Да, да. Да, ла-ла-ла-ла-ла-ла. Он вот так зашел. Так, Наташа, а ты сама как относишься к слухам о себе? Остро реагируешь, не остро? Или тебя вообще плевать? Ну, уже не так остро. Но раньше могла прям неделями реветь из-за какой-нибудь новости некорректной. Могла прям переживать сильно. Копаться в себе начать. А сколько выходит уже по времени твое шоу? Мое? Ну вот, шоу Виктории и Бонни, да. Шоу Виктории и Бонни выходит уже, наверное, ну, год, наверное, снимаю. Мне кажется. На Рутубсте. Может, полгода. На Рутубе, да. Ну, первый сезон уже прошел. Сколько там выпусков получается? 4-8, по-моему. 8 выпусков. А с кем выпуск набрал больше всего просмотров? С Фоминым, по-моему. Опа. Ну, там все воздушные и посмотрели. Надо будет хорошо. Да, мы знаем эту песню, да. Да, второй сезон. Чего нам ждать? Каких сюрпризов? Чем будете удивлять? О, ну, там удивительно было. Первый раз в жизни я сорвалась на гостя. Я прям... Ну, там... Просто когда гость начинает говорить какие-то крамольные вещи, ты указываешь на некорректное поведение, а человек тебе говорит: «Девочка моя! Поживись, моя!» Пока, думаю, пока как будто бы новатский. Подожди, успокойтесь, ну да. Рысь, отвали. А он тоже был. Опа! Новатский был? Слушай, что? Со своими воздушными вот этими. Вам повезло, что там люди не проверяют, что вы там снимаете. Новатский не хуже был. А это на кого-то наорал-то? Ну, на женщину на одну. Она сказала фразу, ну, серьезно, меня стригерило, что после 25 лет женщина уже списанный товар. Я думаю, ну, здравствуйте. Если вы измеряете женщин как мясо, воспринимаете, что да, действительно, мы теряем свежесть. Мужчины тоже теряют свежесть. Но почему-то в ее глазах мужчина добавляет вот после 20 какой-то ценности себе, а женщина нет. Я ей объясняю, что женщины тоже развиваются, тоже добиваются чего-то. Женщины уже зарабатывать начали. Ну, я не знаю, писать книги. Пытаюсь сказать, что я не потеряла ценности. Ну, то есть молодость потеряла, да, согласна. Ценность нет. А она меня давит вот этим своим: «Девочка моя», и не аргументирует ничего. «Девочка моя», кто это? Кто это может быть? Ну, я примерно... Тарасова? Я не помню, но я примерно понимаю по интонации, кто это может быть. Мы сейчас в паузе подтвердим эту информацию. Правдивы ли мы? Это Киркоров. Да там, знаешь, какая тебе разница, какая женщина? Так, Наташ, ну мы для тебя, на самом деле, все пошло понятно, супер. Второй сезон уже стартовал, да? Есть первый выпуск? Да. Сколько, да? Нет. Нет пока? Да, когда нет. Выпуски есть, но они пока еще не показаны. А скоро будет, скоро будет премьера. Мы для тебя сегодня решили тоже устроить некое подобие злых языков. Вы насобирали про меня что-то. Но мы будем песочить не конкретно тебя. Да и слово «песочить», наверное, не совсем подходящее. Что будет происходить? Значит, мы посерфили комментарии, которые вам оставляют под выпусками. Собрали несколько правдивых, а несколько придумали сами. Сейчас ты будешь слышать комментарии. Твоя задача просто понять, какой из них правдивый, а какой выдумка полная. Какой из них сами? Так, ну, примерно, да. Ну, короче, в общем-то. Все очень просто, да. Что тебе писали, что они тебе не писали, понимаешь? А ты думаешь, что я прям читаю все комментарии? Ну, я думаю, что ты поймешь по... Ну, ты не читаешь? По слогу. Ты не читаешь комментарии? Что у вас интеллигентный слог, да, какой-то? Ну, ты нас плохо знаешь пока. Не совсем интеллигентный. Ты меня сколько знаешь? В общем, давай попробуем. Я заново все это тебе рассказываю. Давай попробуем, первый комментарий. 39 минут своей жизни в печь. Мог бы заняться чем-то полезным. Караулова, святая. Жду следующий выпуск. Ну, это писала Караулова. А была Караулова, Гасер? Да, была. Но она кайфовая. Караулова кайфовая. Да? Да. Ну, она и написала этот комментарий, действительно. Да, то есть все правдиво, да. Ты думаешь, что это правда? Да, очень похоже на правду. Это ложь, это выдумка. Не было такого комментария. Караулова не классная? Нет. Ну, может, не святая? По Карауловой как был, так и есть. Все нормально. Да, просто комментария данного нет. Послушаем еще один вариант. Зачетный выпуск. Продолжайте.
Те, кому не нравится, го в пещеры к мамонтам. Те, кому не нравится, го в пещеры к мамонтам. Ну, это режиссер писал, Марьям, да? Я не знаю, может быть. Ну, это правдивое, да. Это правда, да, действительно был такой комментарий. Есть, отлично, вот тебе аплодисменты. Пожалуйста, они здесь имеются. Давай слушать следующий, внимание. Отличный выпуск. Ребята, вы классные. Все такие любимые и как будто очень близко мне знакомы. Подписка. Однозначно. Только Давид какой-то скромный. Непривычно видеть его таким. Откройте, Давид намного активнее ведет. Ну, правда, очень много ложь? Подробностей, похоже на правду. Да, это правда. Думаешь, правда? Да, я верю всему, я такой доверчивый человек. Это неправда. Это вы реально писали. Это выдуманный такое. Комментарий, да. Конкретно я. Да, Антон. Видишь, как он классно написал, что ты поверил вообще. Мне же заняться нечем просто бывает вечерами. Я сижу, пишу комментарии. Так, как Красновый комментарий попридумываю. Сложных, с именами, с эпитетами. С подробностями. С деталями, да. Представляешь, ну ты прям как будто смотрел, как будто вот ты про Давида правильно. Ну посмотрел, как же он мог уловить суть, если не посмотрел. Так, еще один комментарий, поехали. Почему это Наташка и тот, кто с ней рядом, буксуют на Викторию? Кто они такие? Вообще неинтересные. Интересно только Вика. Я, кстати, хотел сказать, что вот, ну, Боня, если ты это слушаешь, ты реально же уже Виктория. Вот Виктория пришла. Виктория Сергеевна. Дайте Виктории стул. Так, ты думаешь, что это правда? Я думаю, что очень похоже на правду, да, правда. Это правда. Не исключено, что Виктория Боня сама писала себе комментарий. Да, что вы на Вику накинулись. Да. Ну и финальный... А она боялась же, да, 4G или 5G выпущен? 5G, да. 5G, да, было, что-то говорила, там, было что-то была нормально. Такая тема. Значит, боялась, боится. Боится? В прошедшем времени, говоришь. А в Рутуб ей можно? Она думает, Рутуб это что? Она прям на полном серьезе боится? Или это все-таки что? Нет, она серьезная. Она думает, Рутуб на СТС. Все, что она говорит, это все серьезно. Верьте ей. Все, хорошо, спасибо. Боне надо верить? Да. Да. Да, ну вы в очередь, пожалуйста. Я только выучил, кому верить. Так, ну что, давайте послушаем еще один вариант. Зачем этим людям нанотехнологии, высокие материи? Им интересно кто, с кем, кому, зачем и за сколько? Но такие это вопросы похоже. В приличном обществе да, не обсуждают и никому не интересны. Это кто-то из приличного Может, общества. Может, своей жизнью кто-то займетесь? Да. Ну, кто-то явно из приличного общества. Ну, слушайте, ну, вот эти комментарии, это 100% правда, потому что такие комментарии прям балом пишут. Да? Да. Это правда. Но, опять же, хочу сказать защиту, это формат шоу. Ну, то есть это не то, что мы пришли такие, нам сказали, а давайте выбирайте, вы про высокие материи хотите или обсудить новости? Да что ты нам такая, это рассказываешь? Ты в комментариях это рассказываешь. Я кандидат наук, я хочу про высокие материи. Наташа, на выход вон с Давидом, пожалуйста. Ну, как мы знаем, Наташа, ты не только, собственно, занимаешься YouTube-проектами, ты активно стендапишь. Да, есть такое. Вот я из Волгограда вчера прилетела. Опа. Да. Концерт, стендап-концерт был? Да, стендап-концерт. Хорошие люди собрались. Эти хлопы. Я, да, естественно, да, это приятно, Гар, давай честно. Мы любим, когда нам приятно, хлопают. Приятно, только не, ну, мне кто очень... не любит вообще? Сумасшедшие люди какие-то. Так, ну, к тебе, как стендап-комику, наверное, такой, знаешь, стандартный вопрос. Лучший, скажем, мужчина-стендап-комик в России для тебя, по твоему мнению? В какой категории? В категории мужчина или в категории юмор? В категории семейным парам. Давай так, сначала в категории юмор. Ну, это мой первый муж. Так. Это кто, Алым? Зачем ты это сказал? Как будто сейчас все сказали, что? Алым? Вся аудитория юмора. Да нет, он не стендап-комик, просто юморист. Он тебе нравился? Ну, я за него замуж вышла, конечно, нравился. Думаешь, ты много за кого замуж вышла? Я просто... Но, Гар, они мне все нравились. А ты уже опять развелась? Да, я уже... Ну, у меня 13 декабря разведут. Нам дали месяц на подумать. Он был молод, да, мужчина? Он был молод. Нет, он был серб. Это как будто книга начинается. А он был знаешь, молод. Он шутки не придумывает, ему Гайдай все шутки придумал. Причем за меня уже давно. Так что, нет, реально ты разводишься сейчас? Я реально развожусь. Ты сейчас опять свободна? Нет, я уже снова мужчина. Ты будешь же... Я тебе советую выходить замуж. Ты будешь останавливаться? Подождите, у каждого своя коллекция. А у тебя каждый раз есть свадьба? Каждый день. Делает свою коллекцию. У меня такая. Вы все, не нравится, не смотрите. Коллекционируешь постельное белье, которое тебе дарит на свадьбу? Коллекционирую эмоции. Все. Не говорите мне ничего.
ходи в аквапарк. Подожди, Гар, давай честно. В аквапарке там тебя так не покатают. Смотря в какой. Там, может, так покатают. Плавно наше шоу перекатывается в категорию 18+. Да-да, в личную жизнь Красновой. В аквапарке, я боюсь, там непонятно, заразу можно подцепить какую-то. Да, тут-то вообще все стерильно. Пока не то, что... Ладненько, так, Наташ, окей, давай в категории юмор все-таки. А до этого тебе не юмор был? Все, да, в категории теперь мужчина. А таких есть кто-то? А накидывай фамилии. Ну, говори фамилии. Сабуров, да, нет. Ну, дала бы я Сабурову, у него жена есть, как я могу дать ему? Щербаков. Щербаков. Подожди, у Щербакова такая вот эта аура нехорошая, что он любит свою жену, поэтому нет, без вариантов. Была бы хорошая аура, не любил бы. Ваня Усович. Давайте красивых называйте, почему вы так... Усович, что некрасивый. Наташа, я не разбираюсь в твоем вкусе. Павел Воля. Ну это вот к Щербакову туда же. Все понятно. Мне нравится слэпер, который любит свою жену. Да, это выглядит очень вычурно, давайте честно. Выглядит вычурно. Или вам нормально? Вы верите в это? Да мне по хренам. Если честно, ты меня спрашиваешь. Но я просто верю для них жену. Мне кажется, Паша... То, что у них хорошие отношения, ок. Но что, типа, вот это вот все в таком масштабе? Щербаков говорит, что любит жену, значит, ну, наверное, любит. Ну, зачем он это говорит? То есть... За деньги. За деньги? Ну что, за какие деньги? Жена, ну, вот он, жена подожди, вот потом. Ты написал стендап. Может, не говорить, деньги те же. Подожди, вообще. Нет, Гар, ты написал там 45 минут, а тебе еще о чем-то надо там 30 минут говорить. И ты 30 минут говоришь, как любишь жену. Все, концерт закрыт. Ну, это хорошая мысль. Да, вот когда у тебя будет концерт... И люди выходят с концерта в позитивном настроении, типа, блин, как классно. А ты вот чем закрываешь последние полчаса концерта? Я говорю, я развожусь. А они такие, молодец, правильно, Наташа, ничего, еще встретишь. Подожди, я у когда... У нас в городе живет 2 миллиона человек. Одна женщина мне написала, только я написала, что подала на развод, и она написала, ну, наконец-то, мы разведенки, заждались тебя. Они меня ждали. Добро пожаловать обратно. Они сидят там, котов, человек 80. Так, ну что, у нас царица разведенок, получается. Разведенка всея Руси. Разведенка всея Руси. У тебя трое детей. Уже? Двое? Да, а третий двое. Откуда? У тебя ты мужа дети? Посчитал первого, этого, ну, наверное, который предыдущий? Что на 16 лет младше? Наталья была замужем, кстати, за хоккеистом. Как бы не хотелось вас прерывать, нас буквально... Зачем ты это опять сказал? Полторы минутки остается до конца эфира. Мы вместе сидим. А, понятно. Ну, пока. Я исправил. Это очень плохо, что он ушел, я вообще ничего выключать не умею. Так, у нас полторы минуты буквально остается до финала эфира. Наташ, давай проанонсируем какие-то события, концерты, где тебя можно видеть в ближайшее время. 18 декабря. 18 декабря, ЗАГС Центрального района. 19 декабря. Город Видное. Металлургический район. Два раза. Солдаут. Ну, серьезно. Ну, серьезно. 18 декабря в Известия Холл. Стендап-концерт новогодний. Личный. С подарками. Личный мой. Разведенный стендап-концерт. Уже я 3 дня буду к тому моменту разведена. И солдаут. Поэтому, если вы не купили билет, все. Мы не купили билет. Простите, ребята. Мы даже не знали. В таком случае ждите старта второго сезона «Злых языков», получается. Получается как-то так. Наташа, тебе спасибо огромное, что ты побывала сегодня у нас в гостях. Спасибо. Спасибо, что проснулась или не ложилась. Я хоть проснулась. Доброе утро. Доброе утро. И пока тебе. Наталья Краснова гостила в эфире Юмор-ФМ. Друзья, ну, следите, подписывайтесь на социальные сети, наблюдайте, покупайте билеты на концерт. Выходите замуж. Выходите замуж. Женитесь. Пока. Пока, пока. Наташ. Пока, спасибо. На Юмор-ФМ.